Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня, рассказывая о масках для волос, я хочу познакомить вас с маской, которая содержит в себе экстракт свеклы. Да, не удивляйтесь, именно свекла помогает лечить выпадающие волосы. После применения этой маски волосы становятся блестящими, легко расчесываются, лечит выпадающие волосы. Также лечит сухие поврежденные волосы и кожу головы, которая достигается за счет инновационной системы питания и увлажнения кожи пептидами и экстрактом свеклы. И именно эти составляющие и помогают решить проблему выпадения волос и способствуют росту новых, здоровых и крепких волос. Также, как и обычную маску, наносить ее после мытья головы на слегка влажные волосы, подсушенные полотенцем. Нанести ее нужно равномерно, оставить на некоторое время. Некоторое время это для масок обычно 10-15 минут, а затем смыть чистой водой, чистой проточной водой. Чтобы получить хороший результат, применяйте 1-2 раза в неделю. И ваши волосы скажут вам большое-большое спасибо. Маска это имеет... Хотя здесь экстракт свеклы, но никакого фиолетового или бордового оттенка нет. Вот она такая белая. Запах очень такой легкий, но пахнет не фруктами, не какие-то такие сладкие ароматы, а пахнет обычным уходовым кремом для лица. Маска густая. Ее расход будет небольшой, хватит вот этой емкости очень и очень надолго. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.